В возрасте 40 лет когти орла становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Его клюв становится слишком длинным и изогнутым, и не позволяет ему есть. Перья на крыльях и груди становятся слишком густыми и тяжелыми, и мешают ему летать. Теперь орел стоит перед выбором: либо смерть, либо длительный и болезненный период изменения, длящийся 150 дней. Он летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока его клюв не разобьется и не слезет. Потом он ждет, пока не отрастет новый клюв, которым он вырывает свои когти. Когда отрастают новые когти, орел выдергивает ими свое тяжелое оперение. И тогда, после 5 месяцев боли и мучений, с новыми клювом, когтями и оперением, орел снова возрождается и может жить еще 30 лет.